17 человек. Вот эта газета стоит 17 рублей. Так, тишина. Поля, иди скорее ко мне. Вот она пришла. Держи, вот она. Держи. Вот она поест. Да красавица моя. Вот она какая. Давай, никого не бойся. Держи, Поля. Держи, вот она. Держи, Поля. Держи, хорошенькая моя. Да пушистая, как лисоньки. У нее хвост такой пушистый. Ой. Давай я подальше маленечко положу. Выйди с хвостом вместе, на. Чтоб тебя видели. Но. Ой, да красота какая. Маленький котенок был, она бегала. Поля замечательная. Видите, надо вписаться в ее режим. Все, она теперь здесь поест. Попей. Ну ладно, ладно. Поля, Поля, Поля. Она ко мне очень привязана. Ни звука, ни шевеления. Мы посмотрели, вот так. Там смотри, что тебе еще дали. Две чашки воды. Туалет в комнату занесли. Там может что-то положить туда, какую-нибудь тряпочку, постельку ей. Вот она пошла, все. Видали? Какая красота. И она по всей вероятности прыгнула с третьего этажа, с потолка и ударилась. Ударилась, и у нее повреждение было сильное, видимо, отек мозга. И дробок на Настя приезжала с Синапой, делали уколы, и назначала там неделю делать уколы. А ей как делаешь? Мы ее спутывали в материю и делали, Володя делал уколы. Она, с ней плохо было. Отпустишь, она не знает, куда бежать, что насилие такое, кошка не терпит. Это не собака. Собака, она на цепи. Вы не увидите ни на цепи ни одной кошки. Она свободолюбивая, она ходит по крышам где угодно. Вот она сидит. Так, это все время дверь закрывать. Она к двери не подойдет. Зря. И выходя, чуть-чуть приоткрой. И так, щи-щи-щи-щи. Она сразу туда забежит. Я принес для вас, кто в прошлом году был. Кто в прошлом году ее видал? Вот. Ты его не видел, да? Ни разу. Маленького котенка-то. Желтенький маленький бегал-то. Когда звоночек ударит, она выскочит оттуда. А другой раз она сидела здесь. Она там была. Замок-то брякнули, и она не знает, куда бежать. Ей надо бежать сюда, она уже заранее пришла сюда. Она туда, сюда. Ну не, у Мишка-то махонький совсем, как у первоклассника. А теперь она умница. Вот. Если бы была рыбка еще, я бы ей дал. Второй раз выманул ее. Но рыбки нету. Все. Ни у кого нет с собой в кармане рыбы. Так, вам помощь нужна? Нет. Так, вы, ребята, свое дело знаете? Все. С миром Божьим по домам. У меня это видео есть. И у, меня, у меня есть видео с крещением, может вам дать? Нет, мне не надо, у меня есть, я потом. Как оно у тебя записано? Я посмотрел, если. Нет, как? У меня на телефоне есть. Ну, потом перепишу. Вам? Я перепишу у тебя. А у тебя ты же не записывал, тебя не было. Я за перепишу. Только которая в интернете стоит, там вот такой мельтешит, кубиками идет. Там не очень хорошо. Так, ну и все, однако. Я никуда не пойду. Я буду Ливе сказать это. У Ангелина на крыше сидеть ждать. Успокойся. Но она пообещала, что крещение у нее будто бы снято. Может быть, сохранилось. Но она весной снимала все в водах, а где заливала такие хорошие снимки. Вот так. Что сказать? Печаль, конечно. Давайте. Все, с миром Божьим. После работы дети никакой работы нет. После обеда. После обеда никуда. Сами занимаетесь, купаетесь, ходите. Не знаю, что у вас происходит. Дольше трех метров больше там не плавать. Там можете по всему договориться. Договорились. Возьмите ящик какой-нибудь. У нас есть поплавки, которые делают, вот, когда в море есть, на них плавать. А так вот по поясницу ходят. И ты не утонешь уже, можешь и так. Ну, надо крепко привязывать.
Так, Володя, там ягоды. Завтра кого-то двоих возьми, ребятишек, кто нас съездит. В лагерь ягоды. Большой осот, молочай, крапиву я вырвал. Спаси Христос. Да, как мог. Так, очень хорошие ягоды, большие. Да. Я пойду к Надежде Васильевне. Ну, замочи, пожалуйста, я забыла, что у нас ягоды.